Всем привет! С вами интернет-магазин Фрике, и сегодня у нас на видеообзоре колесо в сборе 28 дюймов на велосипед Украина или ему подобное. В данном видеообзоре мы рассмотрим полностью собранное колесо с покрышкой, с камерой, с флиппером, с втулкой, все полностью в сборе по просьбе наших клиентов. Данная сборка — это самый бюджетный вариант колеса, который вообще может быть. Самое-самое простое — это дешевая покрышка, дешевая камера. Колеса, к сожалению, китайские. К сожалению, нет возможности предоставить более качественное колесо. Даже если мы можем собрать по вашей просьбе другого плана колесо, но тогда цена будет намного выше. Рассматривая каждый вариант по отдельности, втулка стоит под ножной тормоз стандарта ХВЗ. Это обычная недорогая втулка. По желанию клиента есть возможность поставить втулку велостиль, но опять-таки это отразится на цене. Покрышку также вы можете выбрать любую, чтобы собрать колесо данного формата, но в данном видеообзоре предоставлена самая простая покрышка. Я бы сказал, что она полупластмассовая. Камера также невысокого качества, больше 2,5 атмосферы, качать не рекомендую совсем. Если накачать больше, может взорваться. Спицы в данном ободе стоят усиленные 3-мм, но упругость у них, скажем так, не очень высока. Всем спасибо за просмотр, подписывайтесь на наш канал, спасибо, пока-пока.